И всем привет! Мы находимся на первом игровом фестивале видеоигр Game On. Оно находится в Вильнюсе в Siemens Arena. Тут у нас будет мероприятие Counter-Strike, косплей, куча видеоигр, виртуальная реальность. Тут очень весело, так что давайте пройдем и посмотрим, что есть внутри. Ну вот мы находимся и на Геймоне, как видим, на рога очень море, хотя для первой выставки это, конечно, очень приятно видеть. В том разделе можно увидеть, входит косплей, а тут у нас идет VR, всякие гоночки, а в том остальном отделе идет турнир по Counter-Strike. Ну а теперь давайте рассмотрим все, что тут происходило с близкого расстояния. Мы нашли вот этот вот буклет и с помощью его изучили план, где находится та или иная зона, а их всего 30. Которые разделяются на три сектора. Первый – зал конференции. Второй – непосредственно сама выставка. И eSports-сцена, где происходило два турнира по Counter-Strike и League of Legends. Но начнем, пожалуй, с зоны выставки. Первым делом мы посетили VR Expo. По идее, там был просто Oculus Rift, да и картонные очки для телефона. Но как было круто погрузиться первый раз. На данный момент уже существует HTC Vive и другие новые VR-очки. Но тогда вполне хватало и этого. Тут вам аркадные гоночки, в которые лично я успел поиграть. Даже забыл, где на контроллере находится кнопка газ, ибо уже не понимал, что тут происходит. Также с использованием Oculus можно было поиграть уже в нормальные симуляторы гонок. Вместе с рулем и креслом. Также тут было что-то необычное и очень странное. Это устройство-симулятор весел. Я не шучу, когда я увидел издалека, я не понимал, что там происходит. Какие-то два чувака тянут ручку туда-сюда, как будто пытаются запустить газонокосилку. Но подойдя поближе, я все понял. Там был турнир по греблям, кто быстрее доберется до финиша. Я смотрел с дичайшим удовольствием на это. Это было круто. После этого мы пошли в раздел мобильных VR-очков. Их представляла вильнюсская компания. Подробно вам расскажет вот этот вот замечательный человек. We are creating storyboards, story, scenery, screenwriters working on that, and I can show you one example. Last week we finished music clip, and it's filmed with 360, and we top up with some animation, animated characters. Mm-hmm. Oh, you have that on YouTube. Yeah. You can watch on YouTube. К сожалению, нормально заснять видеофрагмент нам не удалось, но примерно выглядело все так. Ну а теперь давайте глянем немного на инди-игры. Среди них можно было увидеть такие игры, как Tanner & Piper, Pocket Ship, Monster Buster и другие. Я, конечно же, ни в одну из них не поиграл, поэтому мало что могу сказать. Ну да ладно. В самой выставочной зоне можно много чего увидеть. Вот вам химические опыты. Мне нравится, тогда прошу вас поиграть в FIFA. Тоже не то, а как насчет новинок? Хотя на дворе уже 2016 год, ассасины вас уже не удивят, ибо игра уже старая. Но ничего страшного, вы можете поиграть в Rock Band или потанцевать в Just Dance. Это, наверное, самое интересное для меня было. Но из более спокойных игр можно было попробовать поиграть в стратегии, либо поучаствовать в турнире по Guns of Bomb и выиграть 3 крутых приза. Также целый день на стенде Games LT можно было пробовать игру Alien's Isolation. Нужно было выживать как много дольше. С этим справился мой друг, который, кстати, первым посетил их стенд и выиграл крутую футболку. В общем, он держался до последнего, но увы, приз забрали другие. Но зато он получил 2 крутых плаката по игре Destiny. В
были микромашинки, которые управлялись с помощью планшета. Можно было побыть даже Гоку из Dragon Ball. О боже мой, на меня смотрят, сделаем умное лицо. Ну продолжим. Что можно сказать вкратце? Игр было море, конкурсов тем более. Все люди выходили не с пустыми руками, будь то розыгрыш техники или просто мягкая палка с надписью Twitch. Прежде тем, как перейти к самым важным ивентам, таких как косплей и вообще неожиданной ретро-зоне, немного о турнирах. Я играю в CSGO, и мне было интересно, как все происходит вживую, а не по Твичу. Если честно сказать, тут все было на высшем уровне. Были комментаторы, куча зрителей, большой экран, ну и, конечно же, битва за кубок, за который сражались Литва, Эстония и Латвия. Я мимолетно поглядывал, что и как, но до конца не досмотрел. Потом, после турнира по Counter-Strike, началась трансляция по Лиге Легенд. Тут я вообще не в теме, ибо с мобой у меня все плохо. Oh, I got the money in my pocket, but I'm happy, so fuck it. Yo, I'm feeling so fine, I'll be drinking my wine, flying high like a rocket. I got you, you got me, do you wanna join in my drinking spree? I got you, you got me, and we don't know where else to be. Oh, we got no problems to worry about. So fuck it. Yo, I'm feeling so fine. I'll be drinking my wine, flying high like a rocket. I got you, you got me. Do you wanna join in my drinking spree? I got you, you got me. And we don't know where else to be. Вот и наступил финал. Быстро как-то. Не, ну вы что хотели? Экшен? Акулы с лазерами или куча тянок? Увы и ах, это всего лишь мои воспоминания о предыдущем геймоне. Ладно, про ретро-зону что можно сказать? Вот вы были в курсе, что она есть? Я лично нет, благодаря коллеге я пули рванул туда. Я увидел кучу телеков с разными консолями, такими как Sega, NES, Nintendo 64, Super Nintendo и другие. Также можно было увидеть старые персональные компьютеры продукции Apple и IBM. Детально все рассмотрев, я заметил, что в NES стоит флеш-картридж. Почему-то громко сказал. А, неинтересно. И тут подходит Марио и такой... Куда он не думал? Ну нахер. Отец. Я такой вообще растерялся. И пошел разговор. Из-за того, что увидел очень громкий звук, расскажу вкратце, что тут происходит.
Я начал жаловаться, мол, флеш-картриджи не есть круто, лучше были бы оригинальные картриджи. Но он ответил, мол, всех игр нет, и поэтому флеш-карта лучший вариант. Я это все понимал, и поэтому пожалел, что пару минут назад что-то про картридж сказал. Потом стал узнавать, все это творение его или нет. Он сказал, что приехал сюда не один, а с командой из 6 человек. Они просто взяли свои коллекции и привезли сюда. Ну, потом я как истинный блогер, который фигово делает видео, да еще и долго к тому же, сказал, что я увлекаюсь ретро тоже. Он такой, круто, и держи профист. Сказал, что в данный момент прохожу Зелду, и да, вот этот вот чувак смотрит на игру Зелда, а не просто стоит как столб. Потом зашло все к тому, что у меня есть канал, там куча прохождений игр на Nintendo, он сказал, что у него тоже есть свой канал, и пошел за визиткой, там сказал, кто есть кто, и мол, зацени. Я такой, спасибо. И да, в добежку я хотел спросить, продается у них Sega, ибо давно хотел приобрести. Мне сказали, увы, что нету, но есть человек по имени Виталтас, который может достать приставку. Он позвал его, и когда он подошел, я вообще не ожидал, что он сказал мне. Оказывается, он уже давно следит за моим творчеством. Вот та самая встреча. Дай свою камеру. Ну, мне неплохо и по-русски. Ну, сегодня я встречал Tomb Raider, Lara Croft, и теперь мне сердце чуть-чуть голодается, пинается. Тяжело говорить. Но я очень рад был видеть ваше видео, как вы делали это ретро-бум такой, как дети. Я там писал комментарчик такой, чуть-чуть, но это было прекрасно. Вы списывались на Джессики Нигри, писали то, что светлы, то, что круто. Я. Там было круто. Очень много. Сейчас, пока это все закрыли, пытаюсь вывести, пока времени не получилось. Времени у нас всех мало. Ну, как-нибудь стараемся чуть-чуть. Не, ну это очень доброе дело, принести старые игры. Это круто. О, а что? Что это? Добро. Миниатюрная камера. Приятно познакомиться с GoPro. Вот как-то так прошло наше знакомство. И да, он мне достал Сегу, как и обещал. Он мне ее подарил так за скромную цену. Спасибо еще раз тебе за это. Блин, было круто. Я тут еще, оказывается, в городе нашел дофига картриджей для нее. И надеюсь, увидимся в этом году. Вот и подошло к концу наше видео. Надеюсь, оно вам понравилось или нет, тут не столь важно. Важно то, что мы вспомнили, что было в 2015 году. Сейчас понедельник, до Геймона осталось 5 дней. И поэтому увидимся в субботу на Геймоне. Всем пока. Ах да, самым главным забыл сказать, я разыгрываю билет на Геймон. Он однодневный, то есть вы либо идете 29-го, либо 30-го числа. Выбирайте уже сами. А правила очень простые. Вы должны в комментариях на YouTube, вот под видео, написать хэштег GameOn. И ровно в 6 часов вечера в среду я его разыграю на своем Twitch-канале. Так что подписывайтесь и ставьте оповещение. Вот тут вот будет колокольчик. Пиу. Да. И увидимся на моем стриме.